Аким Атырауской области Бактыкужаин Сбулхамбетов подвел итоги своей трехлетней работы в регионе. Впервые в промышленной области особое внимание стали уделять развитию аграрного сектора. Объем сельхозпродукции вырос более чем на 5 миллиардов тенге в год. В агропромышленном комплексе реализовано 10 проектов. Заработала первая товарная ферма на 1000 голов крупного рогатого скота. Создан комплекс по выращиванию коз и переработке козьего молока. В регионе построили две птицефабрики, рассчитанные на получение 62 миллионов штук яиц в год. Открыли цеха по выпуску мясных консервов, переработки мяса. Акцент на развитие аграрного сектора впервые в истории нефтяного края позволил создать собственный продовольственный пояс. Сейчас в стадии реализации еще 4 крупных проекта стоимостью 6,5 миллиардов тенге. Это трикотажная фабрика по обработке верблюжьей и овечьей шерсти, комплекс по выпуску консервированной овощной продукции, а также цех по переработке 7 тысяч тонн мяса. Перепелиная ферма, рассчитанная на получение почти 3 миллионов штук яиц и более 2 тонн мясоперепелок. Еще строится цех по переработке мяса бройлеров.